Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Это достаточно необычное начало видео, у меня немножечко заложен нос, на улице безумно холодно, и я очень тороплюсь домой. Но я решила все-таки начать это видео прямо вот тут вот на улице, чтобы было хотя бы какое-то необычное вступление в кои-то веки. Буквально час назад мне позвонил мой охранник и сказал, что ко мне в квартиру прошел какой-то курьер без каких-либо посылок, просто сказал, что он курьер. Все. Я не поняла, что к чему. И очень удивилась тому, что охранник мне позвонил и сказал, что он его пропустил. Хотя обычно я звоню охраннику и говорю, что вот должен пройти курьер, такая-то посылка, но мне никто не звонил. Я уверена, что это опять тот самый интернет-магазин с канцелярскими принадлежностями, поэтому я решила сделать небольшую распаковку. Поэтому прямо сейчас я отправляюсь домой, покажу вам, собственно, эту посылку и потом узнаю у этого интернет-магазина, почему до меня сегодня не дозвонился курьер и не предупредил, что он будет. Охранник сказал, что он проходил. Поэтому очень странно, я решила вам рассказать, что к чему. На улице безумно холодно, и поэтому я прямо сейчас спешу домой. У меня сегодня был очень насыщенный день, я иду с пакетом вещей. Нет, не из H&M, а просто с пакетом вещей. И мне нужно успеть сделать еще очень-очень много дел. Завтра я снимаюсь в сериале. Мне нужно успеть собрать вещи, их очень много, прочитать, выучить сценарий. Осталось совсем немножечко. Короче, сейчас я дойду до лифта и все вам расскажу. Я, кстати, давно хотела снять видео про свой новый телефон. Напишите ниже в комментариях, хотите ли увидеть такое видео или нет. Расскажу вам свое первое мнение и вообще, что к чему. Нравится ли мне это устройство или нет, потому что все блогеры в последнее время его покупают. А я приехала! Ребятки, я буквально только что подошла к своей двери и увидела какую-то странную скомканную херню, я кинула вещи, и мне нужно сейчас открыть дверь, проверить, во-первых, есть ли дома у меня посылка, потому что у меня сегодня очень странный день совпадений, вот эту херню я, естественно, возьму, может быть, у меня паранойя, и моя мама просто выносила мусор, и эта херня выпала, по крайней мере, я вот такого вот не помню, поэтому сейчас проверю, имеется посылка или нет, вернусь к вам. Только что была дома, и никакой посылки не оказалось. Я спросила у своей мамы, она сказала, что никакой курьер к нам ничего не приносил, поэтому я сказала, что быстренько выйду. И мне очень интересно, что находится вот в этой вот херне. Давайте вместе поставим камеру. Я просто человек-параноик, и столько совпадений в день у меня просто не может быть. У меня происходят какие-то странные вещи, у меня какая-то тревога внутри, мне кажется, что я слышу какие-то странные голоса. Просто едет крыша, окей. Давайте посмотрим, что в этой записке. Ничего не понимаю, какой-то бред. Давайте вместе посмотрим. Так, короче, я так понимаю, в подъезде я ничего нормально не разберу. Мне нужно зайти домой и вместе с вами сейчас понять, что к чему. Во-первых, всем приветик. Так, я быстренько пробегу в комнату. Смотрите, ребят, как я поняла, тут что-то написано либо на китайском, либо хер пойми. А! Тут тук-тук-тук или что это? Я не поняла. И ниже написан какой-то странный, непонятный номер. УСР 19-21-68. Тук-тук-тук. Что за херня? Вот я не понимаю. Раз тут есть значок собачки, наверняка это какой-то ник в инстаграме или еще какая-то херня. Просто, ребят, я извиняюсь за такой бред, но у меня реально едет крыша. Я сегодня все решила проверить, поэтому давайте я разденусь, приведу себя в порядок, и мы вместе с вами попробуем вбить этот ник в инстаграме. Тук-тук-тук, блядь, что за бред?
Так, ну что ж, ребятки, я решила переключиться на камеру, потому что эта дичь для меня очень интересная. Либо кто-то спалил мой адрес, либо кто-то в конце концов решил надо мной подшутить. Поэтому я решила найти этот никнейм, неспроста же он был тут написан. User 192168. А сейчас мы попробуем найти. Пишу user 192168. Просто какой-то неизвестный пустой аккаунт, давайте в него перейдем. Бред. Во-первых, заходим в сообщение, тут ничего не написано, и просто какой-то пустой профиль. 0 публикаций, 0 подписчиков, 0 подписок. А, может быть, я что-то не так сделала? А, ребят, смотрите, что тут еще есть. Короче, тут имеется какой-то чертеж, хер пойми, что это. То ли это цифра 4, то ли... Посмотрите вблизи, как это выглядит. Это похоже больше на цифру 01. Давайте попробуем добавить 01. Так, пишем 01. 19, 21, 68, 01. Опа. Не поняла сейчас, что это было. Так, я все правильно ввела. Вы видите прекрасно профиль без аватарки. Заходим на него. Аватарка с какой-то бестолковой галочкой резко исчезла. И тут написано «Ты меня помнишь?» Опа, мне пришло сообщение от него. Только что. Вот прям только что. Привет, помнишь меня? Нет. Логичный ответ, я даже... Что за бред? Ребят, я не понимаю, что происходит. С кем я сейчас переписываюсь? Две скобочки. Хихик. Кто это? Кто это, ребят? Я реально все сделала правильно? Погодите. Ну неспроста же реально тут записка лежала, блядь. Капец. Да никто. Старый знакомый. Виделись раньше. А, чувак. Ребят, у меня небольшой ступор, я даже не знаю, что написать. Чувак, не знаю, конечно, что ты там забыл под моей дверью. Что ты там забыл под моей дверью? Я даже не знаю, ребята, у меня ступор, с кем я сейчас переписываюсь, но у меня есть парень. Я не могу понять, это вообще как-то связано с мистикой или нет. Бред какой-то. Этот неизвестный аккаунт написал «Привет передавал». Что за бред? Я знаю, ему тоже сюрприз готовится. Не до конца понимаю, что происходит, но ладно. Не поняла. Я написала, что я не поняла. Этот профиль написал, что я не мальчик. А кто? Отправлю эмоджи непонятный. Потому что реально, ребят, с кем я сейчас переписываюсь и что за бред? Да как тебе удобно? Мы виделись раньше? Если этот профиль смог доставить мне сообщение, значит, я когда-либо с ним переписывалась, и либо переписка была удалена, либо она была как-то от меня скрыта, или что-то еще, потому что, когда мне кто-то пишет сообщения, они у меня остаются вот в директе, где вы мне пишете, где я их разбираю, там, я не знаю, одобряю. Но просто так этот аккаунт смог дописаться до меня, для меня это удивление. По мне с первого взгляда не скажешь, кто я и какого пола. Переписывались раньше. Блогерша ты моя юная, глупенькая. Не знаешь, во что полезла. Эмоджи странный. Так, если я блогерша юная, и если мы переписывались раньше... так, стоп, у меня страх внутри. Это может быть на букву М? Я даже боюсь это вслух произносить. Момо. Блядь, 4 буквы. Что тебе нужно? Ребят, я как чуяла, меня как будто бы кто-то вот прям тянул у дома включить камеру и начать с вами разговаривать. Это реально даже, это может выглядеть смешно. Кто-то меня просто тянул забить,
это все взять камеру. Охереть. Охереть. Этот профиль что-то печатает, а на его аккаунте, кроме того, как исчезающая галочка, ничего нет. Я даже не могу посмотреть ни подписчиков, ни подписок, потому что этот аккаунт закрытый. Может быть, это просто сидит какой-то странный человек, может быть, именно он заходил ко мне сегодня, какого-то хера его пропустил охранник. Кстати, сегодня я открывала дверь одна, охранника не было на первом этаже. Это очень странно. Ты потом узнаешь, просто хотела напомнить, что еще не все закончилось, а ты веселишься. Еще увидимся, когда придет время. Сладких тебе сновидений сегодня ночью. И какие-то странные стикеры, палочки. Это очень похоже на историю, которую мне писала моя подписчица буквально дня два назад. Я решила снимать об этом отдельное видео, но... Погодите. Записка. Странная новость о том, что придет курьер. Странная переписка, кто-то меня вообще тянул начать снимать видео, начать переписываться с этим существом. Это все непонятно, но это очень похоже на историю, и я максимально вот прямо сейчас хочу ее для вас прочитать. Я не понимаю, как это вообще? Такое возможно или нет? Давайте теперь вместе разбираться с этой херней. У меня есть скриншоты переписки с девочкой, которая мне писала эту историю, которая очень похожа на мою, и я ее вам прямо сейчас прочитаю. Прочитай, пожалуйста, Карин, нужна помощь. Привет, мне очень страшно, и я не знаю, что мне делать. Решила рассказать все от и до, потому что ты мой самый любимый блогер и сможешь мне помочь. Я читала эту историю, ребят, просто с какой-то интригой. Мне было не по себе, я реально поняла, что что-то происходит у этой девочки. Я хотела снять страшную историю. Но сейчас, когда вот эта вот херня вся у меня лежала под дверью, и... целый день меня кто-то тянул включить камеру, весь этот бред, я поняла, что я прямо сейчас поделюсь этой историей с вами. Позавчера, когда я возвращалась со школы, я увидела странную записку о своей двери. Я, ребят, почему сразу об этом не вспомнила еще тогда, когда стояла у двери, потому что эта история очень похожа на мою, которая сейчас происходит с запиской у двери, с возвращением откуда-то, я не ночевала сегодня дома. Естественно, ради интереса я решила открыть эту записку, и я увидела очень странную надпись. «Никто тебе не поможет». Так, у меня в записке было написано «тук-тук-тук», а у нее, я так понимаю, «никто тебе не поможет». Так, стоп. Я очень напугалась и подумала, что это какая-то шутка. Да я тоже сначала подумала, что это шутка. Я вообще всерьез не восприняла, я вообще не понимаю, кто меня тянул вообще начать снимать видео. Постучав в дверь, мне открыла моя бабушка, и я спросила у нее, что это за записка. На что она сказала, что я прикалываюсь и не поверила моим напуганным глазам. Это очень странно, потому что я своей маме еще не говорила об этой ситуации, она сидит за дверью. У нас ситуации чем-то похоже с этой девочкой. Читаем дальше. Она думала, что я шучу. Всю ночь я не могла уснуть, мне мерещились всякие тени, а на следующий день подавился чем-то и умер мой хомячок. Я читала эту историю, ребят, но сейчас ее читать страшнее раз в 200, я вам скажу. Потому что со мной сейчас происходит подобная ситуация, и мне реально не по себе. На следующий день что-то стало с ее хомячком. Может быть, кто-то подкинул ему что-то, но могло произойти все что угодно, у меня реально нет слов. Окей. Так, спокойно. Такого совпадения просто не может быть. Вот я сейчас, блядь, тоже сижу и не понимаю, как это может быть. Когда я убежала в истерике в комнату и не до конца закрыла дверь, я увидела, что там за дверью кто-то пробежал. Очень быстро. Я была уверена, что мне не показалось. Ролики про маму я, конечно, снимала, но я не ожидала такого странного возвращения. Что к чему? Окей, читаем дальше. Побежав к своей бабушке, я ей сказала, что увидела что-то странное, на что она начала очень странно смеяться. Такого смеха от бабушки я ни разу за всю свою жизнь не слышала. Я не знала, что мне делать. Моя мама давно ушла от меня, а папа погиб в автокатастрофе. С того дня я очень сильно боюсь чего-то. Ребят, вот сейчас мне реально становится очень страшно, потому что я боюсь, что
во-первых, с этой девочкой может что-то произойти. Меня, конечно, могли разыграть, могли, конечно, это все подстроить, но как-то с учетом тревоги несколько последних дней у меня внутри, мне кажется, что нихера это не розыгрыш какой-то. Приняв душ, на следующее утро, когда я вылезла с ванной, я очень сильно подскользнулась и упала. Теперь у меня сломана нога. Кариночка, подскажи, пожалуйста, что мне делать? Может, ты в инстаграме своем спросишь? Я нахожусь в травмпункте уже 8 часов. Меня преследует тревога и кажется, что за мной кто-то следит. Мне плохо. Постоянно слышу из ниоткуда фразу «передай эстафету», а потом жуткий смех, как будто эхо. Что мне делать? Так, слышать ниоткуда фразу «передай эстафету». Во-первых, стоп. Мне нужно перестать паниковать. У меня очень сильная тревога. Мне кажется, что все. Либо меня разыграли, либо это реально какое-то странное, непонятное возвращение. Прости, что разными сообщениями оно не отправлялось. Карина, прочитай, пожалуйста, слышишь? Я обязательно отвечу ей прямо после съемок этого видео. Я не знаю даже, ребят, что вам сказать, кто меня тянул, чтобы я включила камеру. На улице потемнело, на улице дождь. И у меня просто страх какой-то внутри, мне реально не по себе. Мне страшно. Что к чему? Мне очень интересно, что будет дальше. Вот это вот предложение со словами, что ей мерещится якобы передай эстафету, может быть, это значит, что она мне должна передать эстафету, и якобы со мной эта вся дичь начнет происходить. Мне совсем не смешно, может быть, зря я во все это впуталась, может быть, мне сжечь там, я не знаю, этот чертов листок, может быть, мне в интернете почитать, я хера знает, но я давно не сталкивалась с какими-то подобными ситуациями, и мне очень нужна ваша помощь. Охеренно я сняла, конечно, распаковку сегодня. Пожалуйста, ребят, напишите в комментариях, что мне делать, потому что я не знаю. Это какой-то бред, я не верю в то, что происходит. Мне кажется, что это просто какой-то смех. Такое ощущение, что это все подстроено. Оставайтесь следить за всем происходящим и пишите мне, если что-то произойдет. Я всегда читаю директ, и мне страшно, мне очень страшно. Я не знаю, что мне делать.